Сердце пустыни. Здесь время движется иначе. Для кого-то оно словно песок ускользает сквозь пальцы, а для кого-то это самый ценный ресурс. Сегодня мы откроем альманах историй, наполненный яркими сюжетами, связанными с стремлением изменить свою жизнь и жизнь каждого человека к лучшему. Я здесь, чтобы рассказать их вам и провести вас по страницам книги «Тысяча и одна быль». Потому что ваши истории не сказка. Ваши истории – настоящая быль. К тем, кто знает, чего хочет и верит в свои силы, пески времени всегда благосклонны. И даже среди пустыни могут расцветать амбициозные цели и, подобно живым источникам, наполнять силой и красотой каждого, кто к ним прикоснется. Вы здесь, потому что вас объединяет общая цель — поиск цветущего оазиса среди пустыни. Только искать его тут бессмысленно, потому что каждый может сам создать свой цветущий оазис здоровой и благополучной жизни. Стоит только захотеть и поверить, что все возможно. Я приглашаю вас в путешествие по самым увлекательным сюжетам —